Здравствуйте, уважаемые слушатели City Business School. Меня зовут Владимир Пастушенко. Я являюсь IT-директором компании Альфа Центр Здоровья. Я представляю сеть клиник, многофункциональных клиник, расположенных в 12 регионах нашей страны. Сегодня речь пойдет об автоматизации бизнес-процессов. В нашей клинике это тоже является очень актуальным, потому что более 1500 сотрудников, множество бизнес-процессов, 12 регионов. Это все довольно сложно и требует не только приведения в порядок бизнес-процесса, но и значительной доли автоматизации того, что делают сотрудники в компании.